Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем замечательный день, 50-й день после Пасхи, день, в который ученики Христа, вот эта первая церковь, осознала, что Бог раскрывается им не просто как Отец, Творец неба и земли, но раскрывается в Своем Сыне Иисусе из Назарета, раскрывается в действии Святого Духа, и было вот осознанно воспринято, что Бог раскрывает нам как бы вот свою внутреннюю жизнь, раскрывает свое сердце, что Он присутствует как Отец, Сын и Святой Дух. Тайна Божества как бы приоткрывается человеку в еще большей тайне, но тем не менее в истине. И вот в этот день нам как бы особенно открывается эта удивительная преемственность Ветхого и Нового Заветов. Главное событие Ветхого Завета, то есть союза, соглашения между человеком и Богом, был исход из египетского рабства и затем дарование 10 заповедей, по которым люди призваны жить, если хотят жить по воле Творца, по воле Божьей. И главное событие Нового Завета – это Пасха, воскресение Христова и вот сегодняшний день как бы раскрытие тайны Божией как Отца, Сына и Святаго Духа. И вот мы видим, что события Голгофы, распятие Христа и мучительная смерть на Христе происходит именно в день Пасхи, в день заклания пасхального Агнца. Воспоминания о событиях, которые были много веков до этого, но события, благодаря которому народ стал именно народом Божиим, который понес то пророческое обетование, которое было дано Аврааму, что в семени твоем благословятся все племена земные. И в этот день народ Божий вспоминал день, который был назван Песах, прохождение. Ангел Божий проходил по домам и селениям Египта и поражал первенцев в каждом доме, кроме того дома, где верующие в него помазали по его слову косяки и перекладины дверей кровью ягненка, принесенного в эту ночь в жертву, как бы выкуп за спасение народа. И в эту же ночь народ вышел из Египта и пошел в ту страну, которую Бог обещал дать Аврааму и потомкам его. Трудный был этот переход, сопровождался многими опасностями, риском вообще погибнуть, но Господь спас народ свой и на 50-й день, как и сказал Моисею, привел к той горе, где Моисей получил откровение о Боге, что с ним говорит не просто какой-то странный голос, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. И у этой горы Моисей по приказу Божию поднялся на гору и получил 10 наставлений, 10 заповедей, по которым должен жить народ, чтобы нести эти заповеди, нести эту правду другим народам земли, которые еще не знали о едином Боге, а одухотворяли всякие природные явления и человеческие, так сказать, направления психики и создавали всяких богов. И вот этот день запомнился как день заключения завета. Завета между народом и Богом, который заключался в этих 10 заповедях, которые Моисей прочел вслух народа, и народ сказал, что мы слышали эти заповеди, поняли и будем по ним жить. И в этот день заключил Господь завет с ними. И вот мы видим, что события Церкви Нового Завета, они повторяют эти события на как бы следующем уровне, именно для всех людей, когда пасхальным агнцем становится Сын Божий, Господь Иисус Христос. Когда Он побеждает смерть, побеждает уже не того, кто не пускает, но держит в рабстве народ, а того, израильский, и чтобы освободить его из египетского рабства, а освобождает всех людей от рабства страху перед смертью. И с этого момента каждый верующий во Христа получает это обетование,
как апостол Павел сказал, Христос воскрес, и мы воскреснем все вслед за Ним. Что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и вместе с Ним умрем, и вместе с Ним воскреснем и оживем. И вот, чтобы эта весть понеслась дальше, 50-й день после Пасхи вспоминается это удивительное событие, когда Господь по своему промыслу именно в этот день посылает Святаг Духа на апостолов. Когда в этот день вспоминают дарование 10 заповедей, люди, евреи, иудеи из разных провинций Римской империи, которая простиралась, как вы знаете, от Испании до Индии, приходили в Иерусалим на поклонение, чтобы отпраздновать это выдающееся событие заключения завета, дарования 10 заповедей, Деколога. И в этот день и произошло это удивительное событие, о котором Господь сказал в день Вознесения, что через несколько дней вы получите силу для того, чтобы нести весть обо мне всем народам. И вот когда апостолы были собраны вместе, молились вместе, произошло это удивительное событие. Дух Святой сожёл, как буря, как огонь, который почил над головами каждого из учеников, и они вдруг ощутили такую радость, такую силу, такую потребность нести эту радость всем людям. Так что вышли из горницы, в которой прятались страха ради иудейского, и стали всем людям проповедовать о Христе, что тот, кого вы распяли, он и был обещанный Мессия, Спаситель мира, Спаситель народа. И говорили они так удивительно, что все люди, которые прибыли из разных провинций Римской империи, их понимали, что они говорят на том самом языке. Там перечисляется Понт, Каппадокия, из Рима, там и так далее, и так далее. Вот. Это было вот это удивительное чудо, знак, знамение, что это Евангелие будет проповедано всем народам на их языке. Принесет каждому, для того, чтобы каждый человек, каждого народа понимал, что Бог ему говорит, что Бог от него хочет. И тем самым, вот, как в тропаре праздника, и же премудрые ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, ловцы, то есть людей, уловляющих в истину, уловляющих каждое сердце в правду, предлагающих каждому человеку веру во Христа, Спасителя мира, путь к тому, чтобы человек достигал того предназначения, для которого он создан. И вот в этот день дар Святого Духа приходит на апостолов, и они получают силу для того, чтобы нести проповеди даже до края земли. И мы слышим евангельские слова из чтения не в этот день, а в день предшествующий, другой день празднования, где Господь пророчески говорит о том, кто верует в Меня, у того из чрева реки потекут воды живой. Вот именно эти реки и потекли из сердца апостолов ко всем людям, которые их слышали, и потекли дальше и дальше, вплоть до нас с вами, стоящими сегодня в этом храме, в этот день. Дух Святой приходит к каждому из нас, и от нас зависит раскрыть свое сердце, поверить, что Христос не просто один из задающихся людей, а Сын Божий. И Господь сказал удивительные слова: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». И для нас это явление света, с которым мы идем по жизни, без которого не можем ничего творить, потому что будем во тьме и не знаем, куда идти. А Господь сказал определенно каждому из нас: «Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Аминь».